Запись. Пошла запись. Доброго здоровья, уважаемые посетители моего канала. Вот вы спрашиваете меня, депрессия, как с ней бороться и прочее. А сегодня я вам расскажу, что такое радость, которая вас переполняет, которая вас исцеляет, которая соединяет со всем космосом. Это чувство объединения вас, что вы и Вселенная одно целое. Радость струится у вас из груди. Голова опьянена радостью. Но иногда бывает такое состояние, когда человек влюбленный вот в таком состоянии примерно, да? Но это еще, как бы сказать, вот более возвышенное. Но начнем по порядку. О радости, исцеляющие силы радости, дающие уверенность, дающие правоту в правду вот этой вот жизни, без всяких, знаете, вот этих наносных явлений, типа там пенсионных фондов и прочих каких-то заморочек за какие-то меркантильные интересы. Итак. Начнем по порядку. Сегодня я просыпаюсь после сна. Кстати, поздравляю с Днем Преображения, с праздником Великого Преображения Господня. Так вот, я просыпаюсь после сна. Я вижу себя, правда, вижу несколько в темноте. Значит, показывают мою голову, голова покрыта волосами. И эти волоса, знаете, как вот медная проволока, начинают светиться. То есть они так сияют таким вот медным, золотистым цветом. Вот это такое. То есть я вот с этим вот проснулся. То есть все, 5-10, я поехал. Завтрак у меня состоит из чашечки кофе капучино, 200 граммов. Карточка у меня там, знаете, скидочная, все это такое. И вышло, что бесплатно. Кофейка я навернул. Вот, пошел в магазин, там купил, супруга попросила варенец, ряженку ей. И уже, как бы сказать, вот я начал ощущать пространство. В первую очередь, вот это вот ощущение радости и избытка энергии у вас начинает проявляться через, как бы сказать, сбрасываться, что ли, через голос, через песню, через мотив. Ветерок играет, солнышко искрится, тучка на небе медленно плывет. Ох, как хорошо мне сейчас живется, и душа от счастья ликует и поет. То есть вот это начиналось, как бы сказать, знаете, пробивалось. А потом, когда накопилась энергетика, я же работаю с энергетикой, я же, вот знаете, вот я как-нибудь вам сообщу, сколько я сделал занятий гравитационной гимнастики. Одно, другое, третье, пятое, десятое, сотое, делал. Чтобы все это расширить, наполнить себя энергией. Значит, показать пространству, что я работаю, в конце концов, в этом направлении, чтобы оно что-то мне дало. И, как говорится, стучитесь, и будет вам, и дается. И несколько иная песенка пошла. Пошел я, значит, как раз в магазин за этим варенцом. И знаете, вот мне, как бы сказать, все равно было, что там на меня смотрят.
что подумают люди обо мне. Я иду, ну, конечно, не горланю, а про себя, но слышно, напеваю. Вдоль по дороге, нам чабари бити-бити-дум. Куда иду, я не знаю, и вдрызг стороны. Главное цело, голова. Радость, радость. Возможно, вы сейчас чувствуете мою радость и купаетесь в ней. Это очень хорошее сопереживание такое. Именно вот эта исцеляющая радость. Значит, захожу, я там все это там взял. Продавщица меня уже знает. Они уже от вида меня, уже у них меняется настроение на более лучшее. То есть идет подзарядка. И вот я сел в машину, в белую машину. Поехал, и все, знаете, такое впечатление, не я в машине еду, а я вышел за границы этой машины. Просто едет, знаете, какое-то такое образование по главной аллее моего города Каменска, и радуется, знаете, радует. Вот это все, что я вижу, там люди, листики летят, вот это солнечный свет, знаете, вот все изливается из моей груди. Вот так сплошная радость. Это необыкновенное переживание, длительное, огромное. Это вам не оргазм, который вспыхнул и погас, а это вот он продолжается, и я еду. И знаете, как раз такая музыка подобралась в машине. Так. И она еще, как бы сказать, вот эту вот, на эту волну тебя нагоняет. Вот она, исцеляющая радость. Вот чего надо добиться. Не копаться в своих этих самых, каких-то мрачных мыслей. Хотя я вам рассказал, вот прежде всего, знаете, вот вы видите сейчас, как бы сказать, результат работы над собой. Я вам рассказывал, мне пришлось изучить, как работает сознание, мое сознание и ваше сознание. Есть общие закономерности, как оно работает. Изучив, я уже понял, по какому из побуждений, что там у вас непорядок и что там у вас может, как бы сказать, вылезать на это. Знаете, вас могут зацепить за побуждение и уже через черту характера развивается комплекс там неполноценности и так далее и тому подобное, который уже делает вашу жизнь, вот как-то вы уже начинаете смотреть через призму вот этой вот гадости. Вот. Но когда вы начинаете понимать, вы все это начинаете так, а что это такое, а ну-ка иди отсюда, совсем противоположными мыслями и прочим. И, конечно же, для того, чтобы вот эту вот, грубо говоря, значит, негативную часть, чтобы она у вас над вами не давлела, потому что вы ее постоянно производите, вы должны поднять энергетику, свою собственную энергетику на более высокий уровень с понятием того, что на вас может действовать, и вы ее, как бы сказать, она начинает естественно задавливаться. И вы вот в этом вот уже, как бы сказать, вы поднимаетесь на новый уровень сознания, более, будем говорить, ну, энергетичный, более информативный, более творческий, более радостный, более целебный, более здоровый вы уже. Кстати, у меня от подъема энергетики начала чиститься печень. И причем идет такое очищение на клеточном уровне. Сбрасываются вот эти шлаки, ни камни, ни что. А все это там расплавилось в виде жижи, выбрасывается из тебя. Как знаете, как какая-то чернота, которая уже не свойственная вашему состоянию теперешнему. Она не может там существовать. Она уже ничем не поддерживается, она сбрасывается с вас. В виде поноса, вылетает только так, текает от вас. А в противном случае, когда вот вы окружили себя вот этими какими-то заботами, какими-то там мыслями, какими-то там, знаете, этими самыми, она уже материализуется в вас в виде каких-то недомоганий, в виде каких-то сгустков, в виде какой-то, каких-то шлаков, которые начинают давлеть над вами и отравлять. Вот.
И я еду по дороге, ну вся Вселенная, понимаете, радуется. Вот такое впечатление. А Вселенная действительно радуется. Она радуется своему творению. Пусть тут те, кого она сотворила, там что-то там такое делают, всякое, этакое. Но тем не менее, они делают это. Пусть они там для своего развития, для своего осознания, что надо делать на самом деле и от чего надо отказаться. Пускай они набивают шишки, пускай они получают опыт. Не пошел опыт ни Первой мировой войны, ни Второй мировой войны. Ну, не пошел. Что ж поделаешь? Значит, грубо говоря, пожалуйста, повторим на новом витке жизни и сознания. Ну, не было об этом. Еду и радуюсь, музыка играет. Вот это вот все. И вот это вот счастье, переживание вот этого какого-то абсолютного счастья. У меня несколько раз оно бывало. Ну, и как сказал Анатолий Иванович Самодумов, когда он вышел на определенный энергетический уровень, что говорит, я получил доступ к новой энергетике, и это у меня вылилось в то, что я был в течение месяца такой счастливый, как дурачок. То есть человек, который счастливый, он внешне выглядит вот таким каким-то. А он просто, знаете, от счастья, от энергетики, которую его переполняет, от этой радости, которая через него идет, он ничего не стесняется, потому что он не делает что-то там противоестественное. Он, наоборот, показывает, как хорошо можно жить. Вот, и это для окружающего большинства выглядит странно. Так что вот я хотел вот этот поделиться, вот этой вот радостью, до которой я в конце концов догреб, да-да-да-да, это самое. Раскрыл в себе, в самом, без всяких там, знаете, запрещенных веществ и так далее, там подобное. Работа над собой в паятильном и на энергетическом уровне раскрыл вот это. Вот это, понимаете, и впереди странствие, приятное странствие в более такие, как бы сказать, интересные, красивые, гармоничные миры. Кстати, я этот тоже мир видел. Меня туда тогда не пустили. Но еще есть время. Поработаем. И все. И войдем и в те миры, и в эти. И вы почувствуете, что действительно вы не просто какая-то единица, которая как щепка болтается по океану беспомощно. А вы наоборот. Щепка, болтающаяся по океану, которая почувствует мощь океаническую в себе. Это совсем иное. Это совсем иное состояние. И вот этим состоянием, вы понимаете, как его хотите. Я как блоггер ёханый бабай делюсь с вами тем, над чем я работаю, что происходит и так далее, и так далее. И, кстати, там разного рода вопросики, на которые я не отвечаю или игнорирую, они все уже давно освещены в моих видосиках. В моей библиотеке. Заходите, смотрите и так далее. Я уже вам сказал, я не буду нянькой, которая там ищет что-то для вас, а вот что-то такое. Путь дан. Всеобщий путь, как работать над собой. Я уже не буду повторять. И в конце концов, я уже демонстрирую, как человек, прошедший по этому пути, я уже демонстрирую вам своего себя, как бы сказать, итог. Вот этот итог, чего я достиг. И в плане здоровья, и в материальном плане, и в эмоциональном плане, и в духовном плане. Радость. Радость, величайшая радость, которая струится через тебя, которую ты чувствуешь
во всем этом мире, и при этом не чувствуешь, что он какой-то тебе враждебный, а наоборот, ты чувствуешь, что он создан для тебя, чтобы ты проявился в нем и показал, достоин ли ты этого мира, достоин ли ты этой красоты, достоин ли ты вообще жизни, которой тебя наделили. И на этой ноте мы с вами закончим. Еще разок, с праздником преображения. Преображайте себя. Преображайте себя. Материал дан. Работайте и наслаждайтесь. Вдоль по дороге, лам-па-да-ра-ба-ра-да-дам. Куда иду, я не знаю, и вдрызг сапоги. Главное, цело, гала. Ура! Ура! Ура!